Перед просмотром ролика хочу вам порекомендовать канал Дэна. На своем канале он делает различные игровые ролики. И правда, конечно, иногда отходит от основной тематики. Но даже такие ролики выглядят очень забавно и оригинально. Ссылка в описании под видео. Ты должен выключить весь свет, чтобы... Ты типа что с телеком творишь? Ты его украсть собираешься? Чё, не, братаны. Я типа чувак, который проводами занимается. Ты звонил в ремонтную службу? Нет. Не-не-не, у нас типа, знаете, обязанность такая. Я хожу от дома к дому и проверяю, все ли нормально с телеками. С этим все лады. Если вы видели этого человека немедленно... Я-то уж думал, ты нас грабишь. И я, мы такой дурачок, блин. А мы тут... Я... О, господи. Он обычно более тупой, чем я. Но сегодня вечером мы одинаково тупые. В натуре, я жопа как тупой. Да, чаще всего. Вы тупые? Не, чуваки, вы не тупые. Вы умники, блин. А вот умных чуваков как раз и грабят. В натуре? В натуре. Но так как вы умные, вам нужно подготовиться. Секите сюда. Вы вроде бы ничего так знаете. И я сделаю вам предложение. Я из фирмы одного кладовщика. Я могу взять все ваши вещи и положить их в гараж. И там они будут в безопасности. Это именно то, что нам нужно. Ребят, оставьте меня здесь одного. Всего на пару часов. И я сделаю все бесплатно. Минуточку. А как тебя зовут? Я раньше где-то тебя видел. Ворнер. Я мистер Ворнер. Мистер Ворнер из Time Warner Cable? Тоби, сам мистер Ворнер чинит наш ресивер. Сэр, это честь для нас. Да, чувак, у тебя больше денег, чем у Ганди. Не, ребят, ну хорош. Вам нужно поторговаться, мистер Ворнер. Ну вот что я вам скажу. Вы делаете все сами, и тогда мы договоримся. Мы бы договорились в любом случае. Мы оставим вас тут ненадолго и скоро вернемся. Эй, а как насчет того, чтобы помочь мне с телеком перед тем, как уйти? Ну уж нет, мистер Ворнер. А ты умник. Это была проверка. Вызову копов. Да, они уже в пути. Жаль, телек не забрали. Чертово крепление. Да забей ты на телек, смотри. Мы уже все нарыли. Теперь сваливаем отсюда, пока копы не приехали. Оставим мистера Ворнера. Озвучил Кузьма, перевел Тарас Пикинер.